В следующем году хочется пожелать терпения, любви и нежности. Желаю я нашим замечательным женщинам. Я объявлю человека, который преподнесет Анжелике этот замечательный приз. Виктор Дробыш, под ваши аплодисменты! Я счастлив, что эта женщина получает этот приз. Она роскошная, песня шикарная. Я надеюсь, дай бог, это не последний граммофон, когда она получит. Спасибо большое. Виктор Дробыш, Анжелика Агурбаш. Спасибо большое. Вы знаете, все приходит к тому, кто умеет ждать. Этот граммофон очень долгожданный в моей жизни. И благодаря русскому радио мечты сбываются. Спасибо! Я думаю, что эта песня общечеловечная. Конечно же, я пела ее для своего ребенка, для своего сына. И она нашла отклик во многих сердцах, особенно в женских сердцах. Прежде всего, наверное, эта песня для женщин и для их детей.